Смотрите, где я сегодня нахожусь. Бишопстаун. Это пригород Корка. Приехала я сюда почти за 240 километров от Несса, чтобы погулять вдоль реки. Если ехать вот по этой дороге туда, за мою спину, то приедешь как раз в центр, приедешь в самый центр Корка. А про то, что я приехала сюда погулять просто вдоль реки, я, конечно же, пошутила. Но вдоль речки мы все равно с вами сегодня прогуляемся. Вернее, я уже в одну сторону сходила, возвращаюсь назад. Хотя эту реку очень сложно назвать рекой. Ручеек какой-то, а название какое звучное — Курахин. Поправьте, если я неправильно произнесла. Ну, вот так называется речка в пригороде Корка, Бишопстауне. И вдоль нее прогулка. И в этой реке водятся выдры. Мелкая такая речушка, да? Такое длинное название. И такой маленький ручеек. Интересно, что разметки стоят, расстояние в обе стороны. Сколько прошел. Через определенное количество метров я пыталась логику в этих столбиках понять, на каком расстоянии стоят друг от друга. Не знаю, так просто стоят на разных расстояниях. Но, по крайней мере, ты знаешь, сколько ты прошел и где ты находишься. Бишопстаун для меня оказался не совсем понятным. Я не обнаружила центра этого района, этого пригорода. Или это просто спальный район. В общем, развернулась, пошла обратно. Так что, если кто-то рядом тут живет, скажите мне, есть ли центр у этого пригорода. Или это считается как спальным районом. Гольф-курс здесь. Вот. И еще там, где я начала путь свой от теннисного клуба, там большая детская площадка и какие-то развалины. Мост старый. Сейчас дойдем, покажу вам. Кто придумал вот так, да, гольф-курс построить вот вдоль дорожки пешеходной? Они как бы не думают над тем, что этот шарик тяжеленный, гольфийный, прилетит в лоб кому-нибудь. Не знаю, здесь, может быть, параллельно как-то стреляют этими шариками, пуляют. Но, тем не менее, я знаю, что они могут лететь в разные стороны. Судя по тому, как теннисные шарики бывают, летят вообще не туда, куда его посылаешь. Вот видите, лунки прямо у пешеходной дорожки. В общем, давайте по-быстрому, пока не прилетело в затылок. Цветочки пожухли, завяли. Еще забыла сказать, что эта дорожка, этот путь и для пешеходов, и для велосипедистов, и для бегунов. Если идти читать помаленьку, то вся информация про выдр помаленьку, маленькими порциями выдана. Разные плакаты висят. Ну вот, мы дошли до старого мостика. Видите, здесь река уже широкая, да? Она там дальше сужается, ниже по течению. Мостик не один, их здесь два. Какое-то поместье было, не знаю, бишоп. Может, бишоп какой-нибудь жил здесь. Вот можно пройти по мостику. Ой, ребенок ревет. Это второй мосточек. Это я зашла, выхожу. Там лесенка, спуск на реку. В общем, непонятно, что за строение. Для чего эти мостики? С какой целью, если упираются они в стену? Может, прогулочные какие-то? Ну что, вот дошли мы до детской площадки. Отсюда начала свое путешествие. Кстати, очень хорошая площадка. Ой, какие-то сады здесь еще. Ой.
Ну-ка, давайте посмотрим. Итак, друзья, это общественные сады, сад Бишопстауна. Он открылся в 2022 году. И вот здесь была зарыта капсула времени, которая должна будет открыта через 20 лет в 2042 году. Вот такие сады, грядки какие-то. Ну, это для деток, скорее всего. Все сделано. Как-то подзапущено все. Не знаю, доживет ли эта капсула, если спустя 2 года в таком состоянии сады находятся. Что здесь через 18 лет еще будет? Ну вот они развалины. Я думаю, что это была церковь. Что-то мне это напоминает церковь. Вот своды там. Так, друзья, дошла я до указателя. Это действительно была часовня. Была часовня 18 века. Как-то странно, что с ней случилось за это время. Видите, как она выглядит. Про мост, про мосты написано, потому что трехарковые мосты. А что за мосты? Зачем они построены? Как будто я считать до трех не умею. И сама не вижу, что три арки на этих мостах. Для чего? Никакой информации, просто название. В общем, надо читать отдельно обо всем этом. Все, возвращаюсь в теннисный клуб. Друзья, нам срочно пришлось менять планы. Нам пришлось искать место, где мы можем остановиться на ночь. Ребята, как красиво. Это домики на одну семью, да? Шикарно. Да, очень красиво. В общем, а мы идем сейчас гулять в центр Корка.